В Тюмени задержали продавца поддельными ковид-сертификатами и отрицательными ПЦР-тестами. Полиция зафиксировала очередной сбыт фейковой справки прямо в подъезде дома. Незаконную торговлю вела безработная 26-летняя тюменка. За липовый документ она просила 2000 рублей. Во время обыска в квартире полицейские изъяли более 100 фальшивых документов, а также печати, штампы и голограммы различных медицинских учреждений области. Также полицейскими изъято техническое устройство, используемое для изготовления поддельных документов, банковские карты и денежные средства в размере 200 тысяч рублей. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, которые приобрели заведомо поддельные документы. По данному факту органами дознания отдела полиции номер 7 Управления МВД России по городу Тюмени возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.